Вот этот участок уже 330 квадратов за миллион. Ну, за 1 050 000, говорят, там 50 скинут, наверное. Здесь на четырехэтажный дом. Ну, по два, это первым этажем, три этажа, все сверху, четыре этажа. По ихнему три этажа. Вот это 330 квадратов всего. 3,5 сотки, вот он. Вот, вот он. Вот этот участок. Здесь вот смотрите, напротив что находится. Напротив вот такая парка. Вот. Тренажер, вот они, парки, все. Здесь же все построено, все готово. Вот. И вот этот участок продается, вот он. Пожалуйста, идет вот у нас по дворецам. Даже материалы продают, это самое остальное, все вместе дают. Вот он. Здесь можно сразу поставить префабрик и жить. За 1 050 000. Аде, бурда префабрик, кой ботрмах доллар, а? Можно даже, зачем квартиру покупать? Это оттуда вот до дороги, вот этот участок, вот этот вот. Вот от, где они стоят, вот оттуда, оттуда вот, 3 сотки, 3 сотки вот это. 3 сотки, вот здесь граница, где они стоят. Вот. Ну, префабрик можно поставить и жить. Тем более здесь все рядом, вот она уже, вот. Парки, марки, все устроено здесь уже, ребята. Здесь уже через год, здесь ни одного незастроенного места не останется. Ни одного. Поэтому умные люди они. Вот, умные люди покупают землю и все. Вот иностранцы, они имеют право покупать и построить, потому что есть тапу на них. Тапу есть на них. За 1 000 000. А за 1 000 000 сейчас то сейчас вам что-то даст. Вам сейчас квартиру не дадут, гирищи. Вот, кепези. А тут, блин, с разрешением на строительство, на все дела. Вот такие дела.